Российский военно-промышленный комплекс продолжает удивлять новыми разработками, функционал которых вызывает множество вопросов. На выставке «Армия-2024» предприятие «Курганмашзавод», известное своими легкими бронемашинами типа БМП-3 и БМД-4М, представило свою новейшую роботизированную платформу под названием «Кракал». Эта демонстрация уже привлекла внимание экспертов и специалистов, хотя назначение платформы пока остается не до конца ясным. «Кракал» обладает радиусом управления до 1500 метров и весит 3,4 тонны без боевой нагрузки. Однако, несмотря на эту информацию, остается неясным, какое именно вооружение можно установить на платформу и каков ее предельный показатель полезной нагрузки. Некоторые специалисты уже прозвали ее роботизированной танкеткой. Плакат указывает, что это роботизированная платформа для размещения набора съемных модулей различного оборудования. Предполагают использование платформы как в условиях городской застройки, так и на пересеченной местности, что делает ее универсальным инструментом для одиночных и групповых действий. На представленных изображениях можно заметить, что «Кракал» оснащен несколькими гранатометами для создания дымовых завес, двумя камерами дневного видения, одной камерой ночного видения, системой инерциальной навигации и двумя GPS-антеннами для точного определения положения на местности. Таким образом, «Кракал» представляет собой интересное и неоднозначное решение в сфере роботизированных платформ, которое пока не имеет четкого функционального назначения. На этом все. Для продвижения этого видео поставьте лайк, нажмите на палец вверх. А в случае, если еще не подписаны, обязательно подпишитесь и нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые обзоры. Напишите в комментариях, видео на какую тему вы хотели бы увидеть.